по сигналу! Местам к бою! О, скверное дело! Паруса! Ослабь паруса!
сигналу! Залп! Жду приказаний! Внимание, левый борт! Приготовь! По сигналу! К стрельбе готов! Блин! Поберегись! На дно, сволочи! Поберегись! Вперед! Паруса! Остановиться! Пол паруса! Половина парусов! По нам попали! Огонь! Повреждения есть? Все в порядке, Бен! Вперед! Точно здесь! На стой! К стрельбе готов! Фальконеты! Невозможно! Мы готовы! Блин! Готов! Огонь! Прыгнись!
Готово. Джонсон мертв? Нет. Он сбежал, когда мы уничтожили чай. Он опять возьмется за свое. Надо было его убить. Не надо. Время покажет, прав ты или нет. Радон Хагейду! Радон Хагейду! Ганна Доган! Зачем ты здесь? Что-то случилось? Уильям Джонсон вернулся, и у него хватит денег купить нашу землю. Он говорит со старейшинами. Я молил их отказаться, но он добьется своего, если ты не вмешаешься. Как он сумел? Мы же уничтожили чай. Тамплиеры умеют находить средства. Я ведь предупреждал тебя. Пожалуйста, останови его. Хорошо. Знаешь, где их встреча? Not gonna the rod it canus the ne Johnson's you jot the rocks ta. Guahigans you what neganun haradun hagedu. The guadir hard at guacanto. Яма.
цели. Мир и цветущая земля. Это твоя цель, земля, а земля это не твоя, она ничья. Тише, тише. Разве я не защищал вас? Не оберегал от всевозможного вреда? Хотите защитить нас? Дайте ружья и лошадей, чтобы мы защитили себя сами. Война — это не выход. Мы помним, Стэнвикс. Помним, как вы сдвинули границы. И сейчас твой народ копает землю, не считаясь с теми, кто на ней живет. Ваши слова сладкие, но лживые. Мы не будем торговаться и продавать. Мы пришли сказать: уходите прочь. Хорошо. Я протянул руку помощи, и вы ударили по ней. Думаю, с мечом вы будете вежливей. Ты нам угрожаешь? Да. Покончил с вашими планами. Тамплиеры хотят получить эти земли. Да, чтобы защищать их. Думаешь, король Георг ночами не спит, думая о своих подданных индейцах? Или жители Бостона беспокоятся о них? Конечно, колонисты рады торговать, когда они нуждаются в еде, убежище или в чем-то для армии. Но когда в городе станет тесно, когда у них не хватит земли для посевов, когда не будет других врагов, посмотрим, как добры станут люди. Колонисты не воюют с ирокезами. Пока. Война придет. Так устроен мир. Рано или поздно. Я мог бы спасти вас всех. Вы говорите о спасении, но вы убивали их. Да, ведь они не слушали. И, кажется, ты тоже не слушал. Аявас не яхте агумсаре, амдахьяю не сканазе загумхаджи. Thank you.
Уильям Джонсон мертв, а с ним и план тамплиеров лишить земли мой народ. Но покончив с ним, я узнал о новом зле. При нем было письмо к Джону Питкерну с приказом найти и уничтожить оружие и припасы патриотов. Если ему это удастся, колонисты не смогут больше сопротивляться, и тогда тамплиеры захватят власть. Пока жив Питкерн, жива и угроза. Его надо найти. Найти и убить. Я думал обрести ясность или удовлетворение, но мне просто жаль. Вот и все. И хорошо. К жертвам нельзя относиться легко. Это мой долг. Перед моим народом и перед теми, кого Джонсон еще сгубил бы. Это начало. Чтобы избавиться от гнета тамплиеров, нужно убить их всех. Даже твоего отца. Я знаю. Веришь ли ты сам в то, что говоришь? Похоже, у нас гости. Что это? Пол Ривир просит нашей помощи. Кажется, британцы в Бостоне что-то затеяли. Ты произвел впечатление на сынов свободы. Они сочли меня своим, зря. Скажите мистеру Ривиру, что мне жаль, но я не в силах сейчас помочь ему. Советую передумать. Тут упоминается Джон Питкерн. Куда ехать? В дом мистера Ривира в Бостоне. Я могу?